Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, начинаем нашу рубрику, которая называется «Выше земли». Будем записывать ее довольно-таки, ну, нормальной конференции. Это 4 человека, ну, не 4, это всего, в общем, у нас 4, а вообще со мной 3. Ну, короче, да, это вообще не люди, вы все поняли, короче, ставьте лайки, завозите на всех, подписывайтесь, вот. Сука, наркоманское приветствие. Вот, короче, со мной сегодня будет Лёха Биг Танкс, поздоровайся. Всем привет. Легенда Биг Танкс, поздоровайся. И Ховик Биг Танкс, поздоровайся. А зато с вами Кусь. Короче, играем рубрику «Выше земли». Правила, думаю, уже все давно знают, потому что не первый раз ее записываем. И я, так сказать, буду первым, кто будет догонять. Давайте сделаем по Шурику перезаход. И, ребят, пожалуйста, меня сейчас пригласят. Не меня одного, а также еще и Леху, потому что у нас танки онлайн, как я и говорил в предыдущем ролике. Обожают пропадать. Смотрите, а чтоб эта карта появилась, опять же, ребята, говорю вам, постоянные лайфхаки. У тебя не пропало? Это невозможно, да, первый раз. Ну, значит, походу, карта пропадает тогда, когда ты ее сам создаешь. А, да. Я понял все, я все понял. Я теперь тоже понял. Так, ну что, хлопцы мои, голубчики сладкие, готовы? Мы голубчики. Голубчики. Я вижу уже, кого-то, моя сладенькая. Прикинь, выше земли. Давай, вставай. Да. Ебать, я знаешь... Самый высокий дом, где я там залез. Я такой, да. Ты, кстати, Гошан, знаешь, что на одном доме нельзя больше 10 секунд держаться? Я знаю, Вадим, я знаю. Давай, Гошан, по домам туда прыгай. Я знаю, Вадим. А чё я сразу, бля? Вот ты, шлючка. Так, ладно. Я кого-то еще там вижу. Кстати, Лёха, куда ты залез, это не считается. В верхотуре я то, что могу залезть и трахнуть тебя. Я понял. Нет, я могу не слазить, конечно. Я понял. А, кстати, блин, я забываю, что мне мины можно ставить. А у меня, смотри, два дома, как будто один. У тебя два дома, как будто один? Это хорошо. Да, они слепились, короче. Не, ну это все равно. Вадим насрал на нас, ребят. Да, я насрал на мосту, немножко, так сказать, нагадил. Вот, но мне можно, это, да, это я люблю делать. Так, ну хуй, ты понимаешь, что вот кроме тебя я вообще ни до кого больше не могу дотронуться, поэтому... Вадим, давай. А, кстати, у нас такое негласное правило, ребята, с дома на дом нельзя перепрыгивать. То есть вы на дом запрыгнули, вы должны спуститься на землю и с земли уже запрыгнуть потом на тот дом. Ну, чтоб не было читерства такое, что вы... Ховик, ты мне кажется, или больше уже 10 секунд там держишься? А, надо 10, ну, ладно. Ну, ты в курсе, что ты теперь будешь за догоняющего? Да, ладно. Да, больше 10 секунд нельзя держаться. А что, перезаход, да? Не-не-не-не, Ховик, дайте мне перегу опять. А что перезашли? Овощи в натуре. Давайте мне перегу. Ой, вообще жесть. У нас карта еще обнулилась, да? Не, все под контролем. Да. Обнулилась. Обнулилась карта, была на 10 минут. А, карта, да. Я понял. А нельзя вдвоем на один домик, да? Ну, по идее, как бы можно, но вам все равно, в любом случае, потом нужно будет на землю спуститься. Это ясно, но напрасно. Ведь я паркуристка твоя, а-а. Чё, блядь? Гош, ты чё там с Лёшкой делаешь, а? Я уеду жить в... Прыгай выше земли! Всё, давай! Лёша! Успокойся, блядь! Жёстко сегодня! Вот, кстати, где мы здесь с Лёхой катаемся, это, ребят, не считается за какую-то верхотуру, то есть здесь мы можем кататься, ну... А Хойка, чё ты вышел? Бля, у меня экран. Чё экран? Я тоже, прикинь. Сейчас монитор найду. Бля, экран говорит, нормально. Да, это хрип у меня. Упаси
серьезно. У меня экран, у меня тогда два экрана. Клавиатура, мышка. Ребят, напишите в комменты, вы сейчас в экран смотрите. Да. У меня, говорит, экран. Так, я понял. Дальше, опять же, ребята, говорю, мы имеем право залезать исключительно на какие-нибудь постройки, типа вот этого домиков, заборчиков, там, билбордиков, если мы там самые лютые такие извращенцы. Это еще Вадим Ридляховика, который не на карте и думает, что не может к нам залезть, потому что мы на возвышенности. Да-да-да. Не, ну я как бы и для зрителей тоже объясняю, то потом будут бомбить. О, там Ховик продержался больше 10 секунд, а сам катаешься уже на этой плоскости прямо и ничего да, вообще особо не страдает. Что Ховик больше 10 секунд не может. Ховик, ты где, блин? Не, ну по факту у Ховика время не теряется, потому что у нас карта обнулилась, и ему лишние 2 минуты добавились, или сколько там, за какое время я догнал? Да, кстати. Ховик, быстрее, активней. Да, Ховик, давай, мы уже запарились здесь кататься. Да мы, конечно, поняли, что ты прям лютый челик и даешь нам чисто фору. Но, блин, ты что нас так унижаешь-то, а? Давай, короче, пока его нету, я буду вас догонять, это скучно, блин. Сейчас. Окей? Да, ну давай, смотри, кто... А, прикинь, он не зайдет, и ты останешься тем, кто будет догонять. Да, пофиг. И ты будешь лохом. Да, я такой иногда. А тогда тебе придется перезайти, ты же за нашу команду, ты видишь, где мы будем находиться. Да, да пофиг, я докоснусь до вас, и все. Да пошел ты в сраку, докоснешься до меня, ах, не трогай меня. Ах ты шлюханю. Я тебя извращуга такая. О, Тимати, лядик, он давайте лучше переверните меня, давайте побыстрее, побыстрее, побыстрее. Подожди, а как тебе перевернуть? Ну, натолкай меня на верхотуру, да столкни. Легенда, тебя перевернули. Это же танк. А то сейчас Ховик зайдет и будет прям все печальненько. Это паркур. Это паркур, паркур. Ой, а ты вообще это собираешься заходить? А у него экран, пацаны. Да твою мать! Сейчас. Может, берегу ему дать? Может, он потерял битву? Не знаю, давайте. Вот, танки, танки, танки. О. Да, Гоша, ты уже можешь меня столкнуть просто с этого? С этого давай. Что ты меня по трассе-то своей волочишь? Вадим, я просто хочу тебе предложить, если снять немножко... Дай мне фрик, пожалуйста, кто-нибудь. Пать. А. Госекс. Не, не хочу. О, ты же вчера хотел. Так, давай, Хованский. Я сейчас Ховику дам приглашение. Не, ну Ховик это, конечно, просто вообще ЛФМ. Так, давай, Хованский, переходи. Гена, зачем ты специально минус упал? Я не специально, бля. Я сейчас делетну. Можно делет? Да, можно. Ну, как бы нельзя. Ну, пока Ховик заходит, тебе можно. Да все, я уже на карте, тебе нельзя. Все, теперь гоу. Гоу? Да, давайте. Включаем геолокацию. Да какую нахрен греллокацию? Я уже вижу, что ты едешь по мою душу. Уже минусе, по-моему. Или нет? Ах ты, ё-моё, я крабсан. Дайте мне опять пригу по пырику. Но почему я-то самая лошара, которая просто взяла и не смогла убежать от Ховика? Дайте пригу, 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 пригу. Так, всё, я понял. Я уже захожу, ничего страшного. Прыгай выше земли, Вайдер, давай. Да давай уже респайся, у меня 4 минуты осталось. Так, все. Так мало? А почему? Ой, я, может, не успеешь. Да? Главное верить в себя, мой друг. Да, это самое главное. Ты не сможешь! Пожалуйста, блядь. Пожалуйста? Нет, ты проиграл, легенда. Это как? Это как в фильме каком-то произошло, я вам отвечаю. Просто чисто ву-ву-ву, форсаж. Все дальше и дальше от тебя. Так, легенда Мон. Ну, потому что ты единственный, кто у нас находишься на такой открытой площадке, и ты единственный, который я тебя вижу. Вадим, я тут с Ховиком поиздевался чуть-чуть. А, ну бывает. Ищи лебеди. О, Леша, беги! Легенда, приветики! Леша, беги!
дайте мне прыгну по-братски, а? Давайте. Вещи или банк? Твою мать, я по какой-то левой прыге чувака перешел. Ну, чувак, ё-моё. Так. Так, я пока на карту не зашел, поэтому я пока это не считаю. Шишки-шишки, я на передышке. Шлюшки-шлюшки, я на передышке. У нас элемент на трассе. Сука, блядь. Так, ладно, я от вас убегаю подальше. А стрелять можно? Нет, нельзя. Нельзя, что ты такое говоришь, мальчишка? Голубый мальчишка. Ничего нельзя, короче, делать. Куда он ко мне залазит? Чё он? Ой. А сюда можно его залезать? Куда? Вот, смотри. Это же не дом. Да, это не возвышенность. Это не считается за возвышенность. Я знаю, что ты меня столкнёшь. Да вон, Лёха там. Сразу такой, да вон, Лёха там? Ай, блин! Где ты, Гоша, упал куда-то? Нет. Привет, мой сладкий, пока. Самоуничтожился, все, я понял. Вы, кстати, знаете, кто у нас проигрывает? Тот будет этой вонючей картошкой, типа там параши, все дела. Ладно, не буду говорить. Что-то слишком жестко. А чего? Это фиаско, братан, бля. Смотрите, ребята, рискую чисто ради вас. Чисто, ребята, ради вас рискую. И ради меня, пожалуйста. Ради тебя? Да. Давай. Ты где? А, ой. Ну, это фиаско. Что сказать? Блин. Нормально. Нормально? Нормально. Ой, легенда завис, ребят. Мне кажется, легенда проиграет. Да? А, это... Эй, Гоша! Он прыгает на одном месте, смотри. Я думаю, это у меня. Смотри. Прыг-скок. Ты сможешь. Легенда, давай догоняй нас. Чего ты там стоишь? Гош, хватит прыгать. А что легенда на мостике делает? Главное, скачет, ой, легенда. Смотрите, ребята. Вы видите легенду, как он скачет? Вообще пойдем. О, давайте вот подъедем, это, давайте подъедем. Под корпус поставите, было бы. А может он угорает так? Прям на трассе. Ты издеваешься, угорает, он подпрыгивает вверх на одном месте. Рипнулся. Бля! Бро! Ты чё было? Ёлку! Это было фиаско, братан. Это все конец, да? Да, у него есть 20 секунд, чтобы кого-то догнать. Да он не зайдет за 20 секунд. Я не вышел, походу, еще. Ну, это фиаско, братан, как бы. Блин, легенда. Ну, не хочется, конечно, подводить такие жесткие итоги, но, походу, их ребята придется подвести. В этом выпуске у нас проиграл легенда Шрек, потому что он завис, вылетел, не знаю, что там с ним произошло, но до сих пор увидите и слышите, как он лагает, ну а здесь уже, соответственно, кажется он за себя, из нас, по крайней мере, никто не хочет давать легенде второй шанс, кто-то хочет? Нет, никто не хочет, поэтому как-то так. Вот, поэтому, ребят, кому понравился данный видеоролик, не забывайте ставить свои лайки, также подписываться на канал и бахать на колокольчик, ну а с вами был Вайдер, легенда Ховик и Биг Танк. Всем пока-пока. Пока. Всем пока.